вывозили ни из одной горячей точки людей, ни в одной горячей точке кормили обездоленных и давали приют страждущим. Они без сомнения пошли в огонь пекла боевых действий, положили свои души за то, чтобы кто-то жил и кто сейчас молился их упокоении и прославлял их бессмертный подвиг. Еще спаси Господи, Царство Небесное, а нам Бог дает сил жить дальше, служить Господу Богу и помнить этих хороших, славных ребят. Спаси Господи, Царство Небесное.